На территории Невельского городского округа в рамках проекта «Твори добро», организованного местным отделением партии «Единая Россия», продолжается декада добрых дел. В районе проходят различные мероприятия и благотворительные акции. К мероприятиям, проводимым в рамках реализации партийного проекта, присоединились образовательные учреждения, учреждения культуры, спорта Невельского района. Стоит отметить, что к благотворительной эстафете по оказанию помощи социально незащищенным жителям подключились и предприниматели района. В настоящее время к нам обратился активный житель села Горнозаводска, предприниматель Минц Владимир Сергеевич. Он предоставил несколько подарков продуктовых, которые необходимы будут, я так думаю, для пожилых людей, тем более в период коронавируса. Продукты самые необходимые, они нужны каждый день. Кроме того, в стороне не осталась индивидуальный предприниматель села Шибуйна Инна Алтынбаева, которая, в свою очередь, также предоставила продуктовый набор людям с ограниченными возможностями здоровья. Люди были рады такому вниманию со стороны администрации, со стороны партии «Единая Россия», что их не бросили в трудный момент, тем более в период коронавируса. Это добрые дела нужно, конечно, совершать не только в акции и в декады, но и каждый день. Продуктовые наборы для семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, и для пожилых людей содержат товары первой необходимости. В состав наборов, предназначенных для семей с маленькими детьми, дополнительно включены различные игрушки, которые уже оценили маленькие невельчане. Вы, наверное, знаете, что сейчас проходит декада добра, доброе сердце. И в рамках этой декады мы собрали для детишек нашего района подарки и хотим их вручить сегодня вам, Сабине и Вадиму. Вадик, я туда. Держи, играйся и радуйся. Пожалуйста. И Сабиночке тоже мы подготовили подарочек. Акция «Спешите делать добро» на территории Невельского района продолжится. Елена Стрелкова, Евгений Романенко, Невельские новости.